Сарой сообщает, что она родит сына. И наречет его Иисусом, что на древнееврейском означает «Господь спасает». Он будет царем, как Давид, и будет вечно править своим народом. Мы хотим сегодня поговорить о важном событии. Но вопрос в том, что это настолько специфическая информация, что, естественно, об этом знали только те, кто интересовался. Но на самом деле, если мы возьмем, действительно почитаем и книги царств, и книги хроник Паралипоменон, да, то мы увидим, что... Я говорю о том, что уже в пророчестве, в его рождении и где он родился, уже указывалось на его предназначение.